Все торговые объекты Химок приведут к единому архитектурному облику. Рабочие ремонтируют фасады зданий и меняют рекламные вывески. Началась реконструкция торгового центра на Машкинском шоссе. Кроме магазинов, здесь расположены автомойка и шиномонтаж. Для каждого объекта разработана новая концепция внешнего облика. На данных объектах в рамках реконструкции задействованы только современные материалы. 900 квадратных метров фасадов полностью отреконструировано. Также будут заменены все вывески, входные группы, двери. После реконструкции все торговые центры города будут оформлены в едином стиле. Это значительно улучшит архитектуру города и создаст комфортную среду для проживания. Завершить все работы планируют уже в начале июня этого года.